Приветули, ребятули! И сегодня мы поиграем в нашу любимую Тока-Бока. Мы посмотрим ее маленькие секретики. И первый секрет — мы нажимаем на солнышко и получаем ночь. Я думаю, этот секрет знают все. Если ты знаешь этот секрет, ставь лайк. Ну что, вернем наше солнышко. С ним как-то веселее. Ну а теперь давайте отправимся на первую локацию и приступим смотреть наши маленькие секретики. Поехали! Да-да, это наша любимая с вами Кота-свалка. Ну вот, ребятули, вот мы и здесь. Давайте-ка посмотрим первый секретик. Видите вот это милое белое пушистое создание? Давайте нажмем на него. Вуаля, посмотрите! Его можно сделать то больше, то меньше. Как круто! Такой милаха. Ну что, малыш, ставим тебя на место, сами идем дальше смотреть наши секретики. Нам нужен здесь люк. Да-да, вот он. Мы его открываем, и вуаля, посмотрите, какой милый Крампа тут живет. Посмотрите, какой он милаха. Ну давайте его положим на место, он все-таки там привык жить. Давайте не будем нарушать его покой. А вы знаете, что нам надо в этом здании? Нам нужна вот эта картина, открываем ее, посмотрите, там костюм ленивца, как круто. Давайте его все-таки примерим, очень интересно, как он будет смотреться на нашей куколке. Посмотрите, какая она смешная, ну, повесим назад и идем дальше. Давай по-быстренько переоденемся и пойдем дальше, а то у нас много еще секретов нужно узнать. Погнали! Ну а сейчас мы отправимся в домик нашей Риты. И знаете, что я вам первым покажу? Это Ритин диван. А вы знали, что он раскладывается? Так, сейчас все покажем, как это можно сделать. Уберем все предметы и нажимаем на наш диван, и посмотрите, сейчас возьмем Риту или какого-нибудь другого персонажа, и я вам покажу, как на нем действительно можно спать. Вот, видите? Ну а теперь найдем наш фотоаппарат. Так, где мы его поставили? Ага, вот он. И нажимая на него, видите, у нас получается, вон упала фотография. Давайте еще раз вам покажу. Так, еще раз. Вот, смотрите. И вот у нас фотографии. Видели, какие крутые? Можно оставить снимки на память. Ну а теперь давайте смотреть следующий лайфхак. Мы отправляемся к холодильнику. Давай, Рита, быстрей. И там мы будем искать кетчуп. И мы его нальем на голову. Посмотрите, мы поменяли цвет волос. Ребята, вы знали про такой секретик? А теперь давайте я вам расскажу, как же можно смыть этот цвет волос и вернуть свой прежний. Всего лишь надо включить воду и встать и помыть голову. Посмотрите, мы вернули наш цвет волос. Круто, да? Ну что, Рита, идем дальше. И дальше мы отправимся с вами на швейную фабрику. Ну вот мы и на месте. Сейчас возьмем какого-нибудь персонажа и покажем вам здесь маленький секретик, который здесь есть. Ребят, а вы знали, что вот этой машинке, видите, это не нитки, это целый костюм? Ой, дядька, извини, мы тебя нечаянно переодели. Ну ничего, сейчас все вернем назад. Так, дядьку переодели и сейчас положим это все назад, как и было. И отправимся дальше. Ну что, ребят, самое время отправиться в то место, там, где создают персонажи. И там тоже есть маленький секретик. Сейчас я вам все покажу. Вот мы и здесь. Нам нужно найти картины на стене. Вот они, смотрите. И под одной из них есть маленький секретик.
Ну а сейчас отправляемся в театр и смотрим дальше. Так, достаем нашего персонажа. О, как мы удачно зашли. Здесь, по-моему, представление. Посмотрите, сколько людей. Ой, извините, простите. Ребятуля, вы знали, что если тянуть за эти веревочки, меняются разные локации? Посмотрите, как круто придумали. Можно ставить всякие представления. Круто так? Какие же все локации мега крутые. Ну а мы отправляемся дальше и смотрим дальше маленькие секретики в Тока-Бока. Ребятули, надо зайти в магазин и посмотреть все секреты нашего магазина. Отправляемся. Ребятуля, вы знали, что вон он за хлебушком спрятана денежка? Забираем ее с собой, она нам пригодится, чтобы купить всякие разные вкусности для наших героев. Ой, кажись, кто-то оставил денежки на полу, надо бы их забрать, они нам пригодятся. Кто же это такое сделал? Неужели деньги кому-то не нужны? Для маленького секретика нам понадобятся вот эти вот чашечки. Ставим их сюда. И знаете что? Посмотрите, вот там есть на полочке чайничек. Вот он. И посмотрите, мы наливаем. И там внутри есть чай. Представляете? Возьмем еще кофеварочку и посмотрим, есть ли там кофе. Смотрите, да, есть. Как это круто. Вы знали, что эти чайнички и кофеварочки, они полные? Если да, то ставьте лайк. Ну а мы идем дальше. И знаете, какая у нас следующая локация? Это будет почта. Ребята, вы знали, что на почте есть маленький крампет? Вот он, посмотрите, какой он смешной. А еще для него есть маленький туалет, посмотрите, вон. Давайте его там оставим, пускай он делает все свои дела. Но пока крампет занят, давайте получим-ка подарок. А вы знали, что если подарок не забрать, то он будет ездить на ленте туда-сюда? Давайте, ребята, посмотрим, что же там в подарке. Интересно же. Ой, смотрите, какой милый попугай. Ребята, вы любите попугаев? Если да, то ставьте в комментариях сердечко или какой-нибудь смайлик. Ребята, вы знали, что любой предмет можно завернуть в подарочную коробку? Посмотрите, как круто получилось. И напоследок мы отправимся в мое любимое место. Как я люблю это место, как же здесь здорово, здесь столько разнообразия. Ребята, вы знали, что еду можно завернуть с собой? Посмотрите, как вот эту пиццу положил и удобно забрать с собой домой и покушать там, ну как мы все привыкли это делать в привычной жизни. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайки. До скорых встреч. Пока-пока.